Ой, я наконец-то дождалась, потому что я уже вся измаялась за эти два дня, пока они ехали. Наконец-то приехали, да? Потому что у нас... Вот, кто у нас тут? Какое счастье! Кто это? Смотри, это Мальвина, цветок любви. Это Чихуахуа, да? Прекрасная девочка такая. Счастье мое. Ой, так прижимается такой вообще милашечка, милашечка хорошая. Вот, а посмотрите, у нее какая лапка шоколадная. Из-за тебя влюбилась, из-за шоколадной лапки. Да, из-за твоей шоколадной лапки. Ты моя красивая. Красивая моя, такая пятнистая, такая, да? Хаммер, это вообще какой-то прям милаша. Ты милаша. Ты лохматенький такой. Ты прям такой снежок. Или умка. Или прям такой белый снежок. И такой милый. И такой милый. Да, ну они вот просто с дороги засиделись. Так, играем. Чик. О, кальмара. А утка, смотрите, утка полетела. Утка. Мама, мама. Муся. Короче, Муся, нам с тобой будет весело. Муся. Утка. Утка. А посмотрите, что мы еще сделали. Ой, потому что у нас вот тут провода. Вот, в массажной кровати. Поэтому я подумала... Подождите, я встану. Потому что здесь их оставляют только под присмотром. И поэтому им сделали отдельную комнату. Вот так вот она открывается. Ой! Да? Оп! И все попались. Ой, утка. Так. Вот. Да? А здесь у нас что? Лежаночка у нас тут. Игрушечки. Пеленочка. Вот у нас тут пеленочка. Туалетики. Бегай сколько хочешь. Водичка. Попить скорее. Попить, попить. Попить. Сейчас покормим. Так что у нас теперь у щенков двухкомнатная квартира. Да? Здесь вы будете тусить, когда мы будем куда-то уходить. Попить скорее. Да, давайте я его вытащу. Да, вот, скажу.